Новейший ультразвуковой датчик отпечатков пальцев Qualcomm. Он не только на 77% больше, чем у Galaxy S20 Ultra, но и на 50% быстрее. По первым впечатлениям моих тестов, все именно так. Если по площади я не скажу, что мы получим прям заметную разницу, вам все равно надо целиться в этот значок с отпечатком, но вот скорость действительно впечатлила. Теперь сканер срабатывает мгновенно, не нужно нажимать, достаточно быстрого касания, и это круто. Это определенно шаг вперед относительно Galaxy S20.